определились победители муниципального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги. В Чебоксарах в матчах КС-баскет участвовали почти 100 городских команд юношей и девушек. Лучших из них на церемонии награждения поздравляли чебоксарские ястребы. Подробнее в следующем сюжете. Чувашия традиционно принимает участие в соревнованиях школьной баскетбольной лиги. В этом сезоне на чемпионат КС-баскет заявлено 62 региона страны. Пока соревнования проходят на региональном уровне. На днях в Чебоксарах завершился муниципальный этап. Это самый значимый проект, в котором участвует Федерация баскетбола Чувашской Республики совместно с администрацией города Чебоксары. У нас приняло участие 48 школ городских. Это 96 команд. Среди мальчиков и девочек. Конечно, активность среди мальчиков больше, чем среди девочек. Я думаю, на следующий год ситуация изменится. А вообще у нас в Чувашской Республике всего участвовало в этом году 298 команд. Как и в прошлом году, победителями турнира среди юношеских команд стали баскетболисты 3-го лицея. Представители этого учебного заведения ежегодно показывают достойный результат. 6 лет назад, в сезоне 2009-2010 годов, предшественники нынешних игроков стали победителями суперфинала чемпионата школьной баскетбольной лиги. Ребят наградили поездкой во Францию. Их достижения до сих пор не смогла повторить ни одна команда школьной лиги республики. Мы ожидали выиграть в этом году. Результатов. Мы очень усердно готовились, каждую тренировку посещали и также посещали каждую игру наших чебоксарских ястребов. Второе место в региональном этапе школьной баскетбольной лиги заняла команда школы номер 20. Третье – представители второй гимназии. Традиционно в лидерах и команды девушек 3-го лицея. В этом году они на втором месте. Далее за ними расположилась школа номер 45. А победителями стали ученицы 40-й школы. Конечно, мы не ожидали. Это впервые. Мы, конечно, пришли сюда с победой, но мы не ожидали первого места вообще никаким образом. Нам очень сложно было дойти до этого. 40-я школа наша обычно никогда не поднималась так высоко. Но вот, мы смогли. Поздравить и наградить лучшие команды школьной баскетбольной лиги муниципального этапа нынешнего сезона пришли чебоксарские ястребы. За чебоксарскими ястребами мы следим каждый день, за их победами, за их играми. Ходим на их игры в ЧГПУ наша. Переживаем очень, волнуемся, болеем. Да. Любим наших ястребов. Слежу за играми периодически. Пару раз даже ходил на игры. Ну, интересуюсь счетами, там, периодически в группу ВКонтакте захожу. Жалко, что у нас Никифоров, да, ушел, 32-й номер. Отличительная черта соревнований КС-баскета заключается в том, что участвуют в нем только школьники и только любители. Представителей детско-юношеской лиги здесь нет, что способствует массовой популяризации баскетбола. Я очень рад, что в Чувашии развивается баскетбол и то, что такое большое количество мальчиков, девочек занимаются этим видом спорта. Надеюсь их увидеть на наших играх. Будем очень рады их видеть. Вот. Приходите на наши игры. Следующие игры состоятся в феврале. Будет приедет команда с Петербурга и с Ярославля. Нам нужна ваша поддержка. В свою очередь команды школьной баскетбольной лиги приглашают ястребов на финал КС-баскета Чуваши 8 февраля в ФСК «Мариинский». Екатерина Абрамова, Олег Якимов, Республика.